Здравствуйте. В данном видео хотелось бы вам продемонстрировать возможность подключения к МДП фильтров для очистки жидкости. Мы с вами все. Тут все просто. Откручиваем с вами два винта по краям бокса. Поднимаем крышечку. К сожалению, фильтры я не имею права открыть, так как он герметичный. Вставляем их, естественно, последовательно три штуки. Когда вставили, соединяем также последовательным шлангом. Один вход, один выход. И как бы проблем с этим не возникает. Дальше обратно все это собираем, подключаем все, начинаем свою работу. Впрочем, все. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.